Без одной минуты 8. Уже ровно 8. Все, стакан налит. Брат, есть вода, вода. Марья Евгеньевна, как спалось? На воду. Все, курочку тебе, водичку. Что тебе еще? Поебаться в пионерскую правду сейчас завернем. Ребята, спасибо. Это вчерашнее. Спасибо, подписчики, за подгон. Александр, что вам снилось сегодня ночью? Лариски приходили? Сегодня? А он уже забыл, как его зовут. Бульба, ёпта. Бля, у него губы болят. Что тебе, Лариски приходили сегодня, нет? А? Лариски приходили? Да я, бля, ночью не спал, я спать хочу, пиздец. То есть, когда она... Это храпит ему похуй. А я, блядь, сижу, как это самое, как долбоеб, они, блядь... Я уже под платформой... Ну, рюкзак заложу, нахуй, блядь, прямо, нахуй. 8:00, на работу так никто не ходит, нахуй. С такой точности. Мы на работе, ребят. Ликер водочный, 2 человека. Пошло, я знаю. Мне сегодня, брат, выбрали, не проебать. Вчера искали меня, нахуй, а я сидел. Марья Евгеньевна, что там у нас нового в сумках? Хуяк, это лишнее. Так. Нахуй не нужно. Это загар, да? Конечно, видишь, ты что, не видишь? А, ну да, почти. Почти? Или полный? По полной. Прохладненько, а, прохладненько. Это, а чем мыться? Вот через дорогу где-то сказал. Понятно, знаешь. Где-то сказал, а. На, подружи свою, а дай она, когда что? Машу красила. Ты не через дорогу. Речки еще. Нет, так она ей подарила, наверное. Ты там, бля, рискованный, понимаешь? Там можешь грибок поймать, сказать. А не, в бане вообще на тебе. Ай, бля, там. Общая баня это, да? Да вот этот пацан тоже, бля, каждый день здесь. Кто? Уже две недели, так что. Моего места, да. Он здесь спит. Кто это? Недели спит здесь. Пришли с тобой. Не бухает, не курит, не пьет. Просто спит здесь. Я здесь ночевал у вас. Нет, он днем спит. Да, сюда. Так, утренняя проверка. 815 пластиковых бутылок. Нет. Да, прохладненько на улице. Скоро август. Вот и лето прошло. Тритюрюрю-тюрюшки. Идите в баню. Так. 34 пакета. Что там? Маша, расскажи подписчикам, что ты носишь там? Контейнер пустой. Нахуя тебе он нужен? Идите в баню. Идите в баню. Брат, наливай водку. Да. Созрел. Созрел. Валерка созрел. Закури, Валер, может попустит. Привет Лайку, привет вам. Привет Лайку. Всем привет. Саня, тебе тоже привет. Маша. А больше я не знаю. Манюшка. Манюшка. Что, ты сюда пришла, ты что? Поешь. Не хочу. Тебя просят поесть курицу. Не хочу. Курица гриль. О, ёптвы. А, как раньше, да. Детский. Играли вот так, да? Конечно. Вот так, потом дальше. Ладошка. Это лёгкий. А носик был. Да. Носиком тут. Не вру. Носики не было. Вот так. А, солба, ёп.
Нет, черепок тоже. Я один раз даже порезал себе нахуй, блядь, ножом. Что? Где, блядь? На тебе, карандаш. Я думал, вы смеялись. Это, блядь, да, старчишка, блядь, приходит, нахуй, а ножик лежал, нахуй, на камах. А он сегодня нашел его, нахуй. Я думал, это долбоебина, это клюква. Конечно, нахуй. А вчера выхода не было, нахуй. Не, водка, не, водка не пробивается, ничего. 40 градусов тут. Не сладкий, наверное. 21, наоборот. 21, наоборот. 40 градусов нет. Нет, нет. Хули водка не пробивалась вообще вчера. Вот такой казус вчера был у нас. В магазине не пробивалась водка. Ну что за нахуй? Значит, в магазине долбоёбы. Доходят все кассы, придумали пик-пик-пик-пик-пик. Мне раньше пришло вчера еще бежать, надо тебя в Сбербанк искать. Почему? Раньше старая касса, помнишь старая? Наличку снял, потом уже. Да, и все. И потом на кассе были деньги. Молоко, помнишь? Мне сейчас надо сидеть тоже в Сбербанке целый день. Продавали. Ну, с Ютуба должны деньги прийти. За хату платить надо. Сережа, как примудрился? Приходит. Питончик. Что там проверяет? Утренняя ревизия. Пузика. С утра, блин, целый день проверяет. Конфет. Пузик. Да ладно. Лично. 3,62, блядь, пачка стоила. Дорогие, блядь, пиздец, блядь, блядь. Он в бетончик. Он в бетончик, три пачки засовывает. Маша, выходит, ты вчера просил, чтобы ты покушать тебе купил. Вот я тебе купил, ну вот. Вот рядом-то я держу. Домой приходит. Дома схавает их, нахуй. Мамке говорит. 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 Беларусь. Говорит, нахуй. Говорит, какая разница. Говорит, ой, блядь. Мамке говорит, что это говорит. Сама. Потерял копейки. Все равно заставляет, чтобы послушать его. А я, блядь, ёб твою мать, что ты, блядь, сука, наделал, нахуй. Ну, дают ему опять 60 копеек, он с этим бетончиком ебашит опять в магазин, купляет 3 литра молока, нахуй. Не, еще пиво. Все, домой приходит с молоком. Мотор, мотор. Двигатель. А это... Маш, чтобы мотор не остановился. Маш, продолжай. Забыл, да? Не. Я просто начал рассказывать, нахуй, а вы не его сам. Забивайте тему, нахуй. Просто знаешь, как раньше, блядь?